Обстановка на линии соприкосновения за прошедшие сутки остается напряженной. Противник 12 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелом подверглись районы населенных пунктов. Железная Широкая Балка, Докучаевск, Жабуньки, Саханка, Спартак и аэропорт город Донецк. С применением танков, минометов, БМП и стрелкового оружия. По территории республики было выпущено более 30 мин калибром 120 и 82 мм, а также зафиксировано 6 обстрелов из танка по позиции армии Донецкой Народной Республики. Разведка Донецкой Народной Республики продолжает фиксировать перемещение скопления техник вооруженных сил Украины вдоль всей линии соприкосновения. Так, в районах населенных пунктов. Новгородская, 6 км от линии соприкосновения. Отмечено прибытие 6 танков. Сартана, 13 км. Отмечено прибытие 8 танков. Мариуполь, 24 км. Зафиксировано местохождение 3 танков и 2 БТРов. Как отмечалось ранее, в Херсонскую область прибыли иностранные военные инструкторы. Основная их цель – проведение диверсионных действий в отношении военно-политического руководства, социальных объектов и мирного населения республики. Это в очередной раз является подтверждением того, что киевская хунта применяет тактику устрашения мирного населения. Об этом свидетельствуют происшедшие теракты на территориях республик с гибелью наших граждан. Сегодня днем в районе Горловки при подготовительных работах, связанные с восстановлением питьевой трубы, подорвались 2 сапера. Чем примечательен данный факт? Что вчера данная территория была разминирована. Сегодня в присутствии представителей миссии ОБСЕ и представителей группы наблюдателей СККК, они вышли, чтобы проверить данную территорию, и произошел подрыв. Они получили ранения. В данный момент они находятся в городской больнице города Горловки. Это говорит о том, что украинская сторона не только не хочет садиться за стол переговоров, а и все делает, чтобы у нас мирная жизнь не налаживалась. Миссия ОБСЕ неоднократно обращалась к украинской стороне о том, что для проведения таких работ, вы знаете, это длится уже больше года. Процедура согласования данных видов работ. Мы всегда шли навстречу, мы всегда помогали миссии ОБСЕ, а Украина постоянно отказывалась. Последний приезд Александра Хука как бы это подвинул направление, работы должны были возобновиться, но вот террористический акт, я по-другому его назвать не могу, говорит о том, что Украина не желает, чтобы у нас наступил мир. Миссия ОБСЕ в своем отчете за 11 декабря отмечает дестабилизацию обстановки и на территории самой Украины. Так, в Ивано-Франковской области зафиксировано 6 угроз совершения терактов. Призываем всех жителей республики принять активную гражданскую позицию в сохранении мира. Для чего быть бдительными, обо всех подозрительных лицах и обнаруженных предметах сообщать правоохранительные органы. Вместе мы сила, а наша сила в правде.